Здравствуйте, меня зовут Самуэль Гонсалес Бланка. Итак, с вами монтаж Жора. И мы на монтажке мистер Шина. Вот его шина. Вон она, его шина торчит. Вот можно будет взять вот этот нож. Вот этот нож. И вонзю сделать ему. Кишки выковыривать. Смотри, крутит, вертит, смотри. Секретки, секретки. На какой радиус секретки? Нормально, ничего, нормально все. Смотри, вот он еще один мистер Шина. Сам мистер Шина. А я тоже как не приеду сюда тут. Тут какое-то, кстати, будет стерто. Его назад можно будет лепить. По-детски крем, это если что-то плохо переобулишь, то смазывать, короче, это. Гузнышко. Да, пацаны разберут. Пацаны нормально здесь работают. Пацаны вообще, ребята, заходим, заходим вовнутрь, заходим. Станочки здесь. Качественные станочки здесь, импортные. Так, этот станочек снимает с дисков резину, чтобы потом эту резину одеть на вот этот диск. Нет, это не, не для порнухи. Это делает балансировку, чтобы 0-0 получилось, короче, чтобы не била руль там, не колотило ничего. Новейшая услуга появилась на шиномонтажке мистер Шина, есть 3D балансировка. То есть ты подходишь, колесо само одевается, само крутится, само наляпывается, скруглевывается и выкатывается, и ставится. И всего 85 рублей, как фикс прайс. Слышите какой? Это 3D звук даже здесь есть. 5.1. 5.2 уже, обновление пришло вчера. Вот этот станочек у нас для прокатки дисков. Где-то был ударенный диск, в рассоску большую ямку попадает. Все нормально, пацаны работают нормально. Сними, Слайка, сними. Всем привет. Покишу отдельный привет. Не звонишь даже, сволочь. Паша Ростов на 4-м месте, наверное. Побеждает всех, Окиш зазнался. Перестал звонить даже. Вот здесь они спят, пойдем покажу. Здесь комната отдыха в этом пещера. Вот здесь вот у них чиллаут. Можно и бабу привезти, кстати. Номер телефона, кстати, есть этих, ну, нормальных девчонок, можно вызвать, в принципе. Есть телефон даже. Не открывается, такой антиквариат. Есть кулер, только воды нет, смотрите. Ну вот тут свою надо привозить, да, свои. Ну, чтоб не видно было просто, сиять. Какие сиять? Пацаны просто не зарабатывают, Marlboro красный, смотри, курят. Тепло тут, тепло. Пойдем, расскажешь сам. Фальшивка, смотри. Место настолько популярное, из-за никаких пробок ничего нет. Спокойненько приехал, напротив ОКЕ, если захотел кушать. Там работает замечательный Паша, короче, рядом, бананчиков даст. Если надо. Сюда приезжают воспитанные, интеллигентные люди. Приехал, смотри. Так смотри. Питер, да, да. Скидки, да. Резину скидывают. Побывали мы в этой пещере, в этой дыре. Не, ну все нормально. Все просто замечательно. Мистер Шина — это ху. Элегантская, нормальная шиномонтаж. Приезжайте на шиномонтаж мистер Шина. Здесь шинажора вам все сделает, короче. Качественно, все, ничего не будет стучать, ничего не будет бить. Вас покажут завтра в 17.00 на телеканале 3XL.